хоть бы я из будущего догадалась прислать мне числа из выигрышного билета в лотерее. Помолимся. На весенних каникулах у мамы родится твой брат? Мама беременна? Иу, я хотела всегда оставаться единственным ребенком в семье. Твой парень сменит стиль. Я из будущего сказала, что ты сменишь стиль. Слушай, дай мне знать, если она еще что-нибудь скажет. Ладно. Мистер Долгопупс обманывает студентов? Мой препод, серьезно? Я не удивлена, только не пойму одного, почему я из будущего не помогает мне разбогатеть? Она просто сплетничает со мной. Тебя поджидает опасность. Что? Почему ты не могла сказать, какая именно? И что мне с этой информацией делать теперь? А где Макс? Так он ушел после первого урока? Странно, почему он мне ничего не сказал? Чтобы избежать опасности, прочти выделенные слова из сообщений. Хорошо, что я записывала все сообщения. Что? Нет!